Итак, берем обычное киндер-сюрприз яйцо. Значит, по шву, вот здесь у нас есть каемочка. Ножичком мы вот так аккуратненько распрямляем. Вот таким вот образом. Как вы видите, сложного пока что ничего нету. Вот он у нас ёршик такой получился. Теперь мы этот ёршик должны рассоединить. То есть видите, да, вот она распаковка идет одну сторону и вторую сторону. Одну и вторую. То есть мы находим некий сбор вот этого вот соединения. И таким образом рассекаем две половинки фольги. Для того, чтобы нам снять одну скорлупу и вторую скорлупу отдельно. Вот так вот. Аккуратно снимаем одну, убираем ее, не мнем. Вторую. Вот так вот аккуратно снимаем, убираем. Теперь яйцо. Значит, яйцо то же самое сделано из двух половинок. Вот он шов. Мы этот шов ножичком аккуратненько разрезаем. Вот так вот. Оп, чуть-чуть надавили, и она сама лопается, в принципе. Оп. Оп. Вот она разрезалась аккуратненько. Это яичко мы убираем. Теперь вот это вот вытаскиваем. Оп. Убираем. Все, вот у нас получается само яичко, где должен быть какой-то там некий сюрприз или подарок, да? Значит, здесь у нас есть маленькая выемка, нажимаем на нее, и у нас она открывается. Вытаскиваем инструкцию, вытаскиваем этого игрушку, которая нам не нужна, убираем. Все, у нас получается пустая скорлупа. Теперь мы что берем? Теперь мы берем вот такую вот обычную бумажку, да, размером 10 тысяч, там, 5 тысяч, 10 тысяч, 100 баксов, 1 доллар, это в зависимости от вашего понимания, сколько вы должны сделать. Вот так вот сворачиваем, ложим сюда, и вот так вот опять, оп, и закрыли. Все. Итак, теперь наша задача, опять все это, здесь уже наша 10-тысячная бумажка, и упаковать это обратно в яйцо. То есть, ложим аккуратненько, вот так вот, берем второе яйцо. Казалось бы, вот мы накрываем и все, но нам надо как-то это склеить. Как нам это сделать? Клеем мы клеить не будем, мы сделаем по-другому. Включаем обычный чайник, и сейчас он, когда закипит до температуры кипания, мы выключаем, берем этот нож, поливаем его кипятком, он нагревается до состояния горячего, и мы им проводим по этому краю яйцу, таким образом плавя шоколад. Итак, вот у нас чайник скипел. Ножик, мы теперь его аккуратненько поливаем кипяточком. Ножичек у нас нагревается. То есть наша задача нагреть ножичек до такого состояния, чтобы он мог плавить шоколад. Вот так вот аккуратненько, аккуратненько нагреваем. Даже положим его вот в чашечку. И просто тупо зальем его кипятком. Пусть будет так вот. Ах. О, хорошо. Вот он нагревается у нас. Теперь готовим вот это вот, берем, то есть скорлупу, это у нас готово, лежит, ждет, вот эту мы будем плавить. Вот у нас нож, у меня уже ручка даже горячая, не то что лезвие, ну-ка проверим. Да, горячая, все. Ах, уже ручка горячая, все, и теперь я вот так вот, оп. Оп, еще раз. Оп, посмотрите, как видите, уже плавится. Оп. Оп. И все, и теперь быстренько-быстренько раз. Накрываем и держим. Смотрите. Раз. И наша задача подержать, чтобы она заплавилась в этом месте. Вот, смотрите. Оп. Все, вот так вот. Держим. Только чашку лучше убрать, она над паром аж яйцо расплавится. Все, держим.
Даже можно вот так теперь, вот так вот. Оп, лишненькое, лишненькое. Собрать это, убрать все. Заправляем края, так сказать. Цельно сделаем. В принципе, вот и все. Яичко у нас спаялось, литое, почти как заводское. Уже в руках он тает. Теперь аккуратненько берем его и что делаем? Правильно, и ложим его в первую оболочку. Так, берем вторую шкарлупочку. И так же, как мы ее снимали, так же мы ее одеваем. Плавно, плавно. Оп, 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 оп. Вот таким же образом. Чтобы у нас, как вареники лепим, или пельмени, кто там, кому что интереснее там. И таким же образом вот мы ее и стягиваем, прижимаем. Вот, смотрите, как он. Хоп, хоп, хоп. Хоп, получается, видите как? Вот. А теперь наша задача этот кантик взять и завернуть. Помните, да, как мы его разворачивали? Теперь наша задача его завернуть. То есть заворачивать мы будем не вот эта лицевая сторона, а это тыльная сторона. То есть мы должны не на лицевую завернуть, а обратно. То есть вот сюда. Значит, берем вот так вот и вот так вот заворачиваем. Оп, 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 оп. И поймите одну вещь, что если даже у вас шовчик будет отличаться от родного заводского стыка киндер-сюрприза, то когда вы его будете дарить своему другу или подруге, они даже не заметят этот подлог, потому что это только когда при сравнении видно, что это другой шов, а так, в принципе, визуально никто его не заметит. Сейчас я еще не доделал, я просто покажу вам о том, что... Да нет, сразу же доделаем. Теперь мы берем вот этот, который мы завернули, и вот так вот его прижимаем. Вот таким вот образом. Оп. Приплюснуем его. Вот так вот приплюснуем. Теперь уже погрубее можно ее приплюснуть. Вот смотрите. В принципе, если так подумать, логически, да, то как бы, смотрите. Нормально. Сейчас вам покажу оригинал. Вот смотрите. Оригинал яйца, да? То есть вот это заводской стык. Смотрите. Заводской стык. Вот это у нас, вот это заводской стык, а вот это у нас самодельный стык, то есть я делал. Если так показать, ну, в принципе, да и практически не видно. Если вам просто вот это яйцо не показывать, а вот это яйцо показать, вы не поймете о том, что это яйцо уже было скрыто, и там какой-то подлог находится, или какой-то сюрприз находится. Вы это не различите. Вы даже и так, если разобраться, даже и так, и то трудно понять. Поэтому, в принципе, сюрприз, киндер-сюрприз у нас готов, только там начинка у нас совсем другая уже, ту, которую мы положили. На этом все. Делайте и удивляйте своих друзей, знакомых, близких, подруг и так далее.